Здравствуйте, в эфире программа «Афиша» и ведущая Ольга Софийская. Одна из главных кинопремьер месяца – продолжение трилогии «Фантастические твари и где они обитают». Давайте подробнее узнаем об этой и других новинках в культурно-развлекательном комплексе «Звезда». Ром, расскажи, пожалуйста, о всех кинопремьерах недели. Да, хотелось бы начать с главной премьеры. Это всеми любимая «Фантастические твари. Преступления Гриндевальда». Фильм сильный, мощный. Выпускается большим количеством сеансов. Будет выходить также в трех форматах: 2D, 3D и в формате D-Box. Много экшена, много фантастики, много фантастических тварей. Также хотелось бы рассказать о фильме «Соната». Фильм ужасов, триллер. Для любителей жанра будет очень интересно. На широкие экраны выходит фильм «Холодная война» о людях, которые живут в это время в Западной Европе. Фильм про любовь и как противоборство двух лагерей, капиталистического и социалистического, влияет на их жизнь, на их отношения. Также на широкие экраны выходит фильм ужасов «Оцепеневшие от страха». Это классический фильм ужасов. В кинотеатре стартовала акция «Звездные дни», когда фильмы можно посмотреть по суперцене. Скидка действует во вторник для школьников и студентов, а в среду для всех гостей. В эти дни билеты стоят всего 100 и 150 рублей, кроме VIP-мест и VIP-зала «Шаляпин». И, кстати, в «Звезде» работает терминал, где можно быстро распечатать купленный онлайн-билет, чтобы не стоять в очереди.